Всем привет, с вами Комаров Виталий. Так, сегодня я хочу попробовать отремонтировать спинку кресла. Раскладное кресло, то есть она и спинка, и как на чем лежать. Вот, вот такой здесь хламундий. А здесь вот уже пробовать ремонтировать все это дело, все это чатно. Приобрел вот такой вот лист фанеры. Двадцатка, уж как говорится. Конкретно так конкретно. Не знаю, что получится мне как. Смотрим. Сейчас будем отшурупливать вот эти вот стоечки, освобождать все от материала. Так, вот такие внутренние потроха у нее. Здесь гвоздь, обалдеть. Так, надо все это как-то вскрыть. Кресло бюджетное. Сейчас сказать, оно не стоит таких денег, сколько за нее просят. Глядите, что это все тут состоит. Да. Вот такое вот кресло на внутри. Шикарно. Так, ну я буду держать дербанить дальше. У нас с этой стороны все гораздо проще. Кого-то здесь тут раздевали, кто-то что-то из дома принес. Классно мебель делают, ничего сказать. По-моему, с этой стороны мне будет достаточно сюда попасть. Это все. Сказать даже не знаю, вот этот обратно потом стоит запить. Я не мебельщик, ребят, я первый раз вот фигню сужусь, вообще не знаю, что это такое. Вся вот эта конструкция держится на степени. Вот эта вся хрень выглядит так. Сломанные они держат.
3. 93 на 70. 93 на 70. В одном кресле с вайером хрупкий. Так, ну вот, измеряю 93 на 70. Так, вот мы разметили 93 на 70. Сейчас будем все это дело ликвидировать. Заготовка получилась. Так. Ура, я ее расцепил. Так. Наверное, что-то я неправильно делаю. Хрен, я здесь просто достаточно нет. Пришурупить. Да, скорее достаточно пришурупить. В нескольких местах, да и все. Я так думаю. Так, вот я решил вот эти вот штуки просверлить. А? Иди. Так, вот решил я эту пластину просверлить. Так, сверлки, конечно, китайские. Но сверлить. Думаю, если держалась на скобах, то может быть и подал будет держаться. Думаю, что я думаю верно. Наверное. Да, посмотрим, что будет. Все это удержать. Башку оторвал.
Кто знает, зачем это надо? А? Отпишите в комментариях, каким хреном это надо. Что-то заталкивайте. Было, значит, было. Так, берем самарейки, взял 40-е, 51-е, сейчас 51-м попробую засмотреть, надеюсь, пройдет сквозь эту фанеру. Думаю, 3 штук хватит. Или 4, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, у меня инструментов по дереву особо нет. Так что не обессудьте. Теперь мне этот весь конструктор надо обратно как. Ой, так. Это должно быть так. Бегайте. Так что должно быть. Это должно пойти сюда. Как-то так. И тряк, 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 тряк. Где эта тряпка? Фух. Сидите, мать. Так она как-то должна быть пошита. Так, это не с той стороны, это с этой стороны. Ух. Фигня какая-то. Так, это, как я понимаю, еще рано. Убираем в сторону. Ребят, никогда этой херней не занимался. Понятия не имею, что я делаю. Как я делаю. Если кто-то считает, что я не могу, я не умею,
Ребята, главное дело начать. Деваться некуда. Что с этой фигней? Я не знаю. Куда ее Конечно, вот это вот все жиденько. Само кресло, получается, держится вот на этой ерунде. Все тут гнется, разгинается. Раскосины никакие не поставишь, потому что сюда въезжает эта тумбочка у кресла. Ой, ребята, это такое вот кресло, оно собрано вот по заводскому. Оно было собрано со свалки, в прямом смысле этого слова. Больше никак это назвать нельзя. На свалку съездили, хлам собрали, сколотили. Ну и в то время это кресло стоило 5000. Ребята, оно этих денег не стоит. Найти чертежи, купить вот такую вот штуку. Вот 1400 фанера на сегодняшний день. 2-3 листа вполне хватит на это кресло. Найти на свалке вот такое вот кресло и сделать из него нормальное кресло. Так вот. Остается ее поставить на место. Ну и немножко протестировать, что ли. Так, ну вот она. То самое кресло. Вот, гайки мне принесут сегодня или завтра. Хлам, конечно, конкретный. Вот здесь вот я немножко промахнулся, но не критично. Тут подушка, как говорится, лежит. А может еще и отдвинется, я не знаю. Гайки пока не поставил. Вот то, что было под ремонтом. О! Забыл поднять. Вот она тут. Конечно, вот это вообще задевать будет за материал. Но... Ой, гаечки поставим, и все, кресло будет нормально. Ой, ребят, видите, вот такое вот. Если кресло и продают, я не знаю. Вообще такие кресла брать, наверное, не стоит. Сейчас ставил эту спинку, эта вещь упыхалась. Ну все, спасибо. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки, оцените это как-то видео. Я не знаю, может кто-то так, может быть кто-то по-другому это все дело ремонтирует. Отпишитесь, кидайте ссылочки на свои каналы. Будем ждать. Покедова.